Больше всего проблему разбушевавшейся стихии в нашем районе ощутили жители Ачуевского сельского поселения. Из-за нагонной волны там подтопило несколько домов, расположенных вблизи Азовского моря. В поселке побывали Тина Копачевская и Георгий Калинин. Как рассказала начальник общего отдела администрации Ачуевского сельского поселения Елена Теленга, накануне 24 сентября в 2 часа ночи начался сильный ураганный ветер. Нагонная волна со стороны Азовского моря пошла на поселок с 6 утра. Незамедлительно сотрудники оперативного штаба начали принимать необходимые меры, провели экстренное заседание и оповещение людей о чрезвычайной ситуации. С 8 утра проведено было обследование нашего побережья, потому что затопленными оказались два детских лагеря. Это лагерь «Лебяжий берег» полностью. Там есть ущерб, разрушения. На Ровеснике были затоплены помещения. Наш рыбоводный завод «Мальковый». Там, ну, сейчас данная территория еще не проходима, все еще в воде. Хотя и уже в поселке вода спала, угрозы затопления населенного пункта на данный момент нет. Вода зашла только во дворы домов, которые расположены недалеко от моря. В сам поселок поток не дошел, зато огромные деревья обрушились на дома, тем самым повредив кровлю. Сильный ветер лишил жителей поселка Ачуева света и воды. Сейчас здесь ведутся активные работы. Специальные службы пытаются восстановить оборванные линии электропередач. Также из-за сильного ветра деревья обрушились на дома. Когда закончится эта природная стихия, неизвестно, но будем надеяться, что никаких последствий она больше за собой не повлечет. На это надеется и жительница поселка Ачуева Ирина Гончаренко. По ее словам, когда началось подтопление, дома был только сын. Сама же Ирина, когда приехала в поселок, глазам своим не поверила. Дерево на кровлю упало, частично забор это завалило. Ну и, конечно, вот завезла строительный материал, все это вымыло. Ирина Гончаренко не единственная, кто пострадал от ненастья. Все близлежащие дома находятся в таком же состоянии. Дорога к морю частично размыта, ведь вода поднималась на отдельных участках на высоту от 1,5 до 2 метров. В связи с последствиями ЧС 12 человек были эвакуированы. Это охрана и обслуживающий персонал баз отдыха. В течение всего дня в поселении велись восстановительные работы по ликвидации последствий непогоды. Ход восстановительных работ находился на контроле главы района Романа Синеговского. В Ачуево были привлечены силы аварийно-спасательного отряда управления ГО и ЧС. Там последствия стихии были наиболее сильными. Службы работали в течение всего дня и ночи. Они оказывали помощь в обрезке деревьев. На данный момент линию электропередач уже восстановили, так что у жителей Ачуева уже есть свет и вода. Сейчас там продолжаются работы по очистке территории. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».